Девочка, вдруг там где-нибудь похудели, что мне что падать, а ремень брать не хватит, что у нас сильный. Отвели девочку. Контроля, у меня паспорт новый, и оказывается, можно пройти его вообще электронно, ну там, в общем, это делается очень просто. В общем, пока я жду ее, она сейчас уже выйдет, я надеюсь, хожу тут в зоне зеленой, тут уже вон самолетики видно, а мы летим путешествовать сегодня, вылетаем в страну, в которую я очень давно хотела, еще никак не могла попасть. Я думаю, в принципе, по Аврюшке это видно уже. Беру вас, конечно же, с собой, господи, конечно же, как же я могла не взять вас с собой в эту поездку. Сейчас мы пойдем на Duty Free, посмотрим, что там есть. Может быть, я вдруг что-то найду, но сильно на это не рассчитываю. А потом полетим. Ура, отдыхайте, у меня отпуск, наконец-то. И я, наконец-то, куда-то лечу. У меня, кстати, паспорт с собой, а я его вожу в том же чехле, в котором я и возила, когда летала. И у меня в этом чехле лежат мои летные документы. Вот они. Здесь мой блэк и мое разрешение на этот удостоверение бортпроводника. Вот посадочный. Все, идем. Нашли его, убедились, что он существует, и сейчас пойдем гулять по Duty Free. Я не оставляю надежды все-таки посмотреть сумочку и духи, но не то, что я прям надеюсь их купить. Да, мы пойдем. Итак, мы сидим, едим, сейчас будем точнее есть. Вот, но самое главное, я сходила в Duty Free, и я нашла то, что я искала. Я нашла духи, которые я так долго искала. Тут не видно будет, наверное, Дольче & Габбана. Они в Москве, вот такая вот большая бадья. Она в Москве стоит что-то 8 тысяч последний раз я видела в Золотом Яблоке. Здесь они стоят 40 евро. Это, короче, 4 тысячи рублей. 4 тысячи рублей! 3 тысячи экономия. Короче, я купила себе духи, дьютики. Я считаю, это удачно. Удачный выезд. Сейчас покушаем, и у нас, в принципе, полтора часа остается до рейса. Ну что, мы уже сели в самолет, ждем, пока закончится посадка. Вот такой вот у нас видок шереметьевский. И все, и сейчас будем... Да, тут закончится посадка, мы летим в Боинг 777, все, я уже в победе. Народа, думаю, будет немного. Я уже напялила свою эту штучку, в которой я полечу. Для сына. И нашла свою снотворную, которая, я думала, что осталась у меня в чемодане. Здесь двойной столик. Да. Двойной столик. Самолет, конечно, дохренелен лет. Я знаю, что Боинги Аэрофлота не новые, но что поделаешь. Тут сильно больше расстояние, чем в Победе. Вы тоже в Победе? Вот так вот. Уже, ну как бы, уже кресло. Тут уже особо ты не вытянешь никуда ноги. А здесь, ну, пожалуйста. Во все стороны хоть сложи, хоть предложи. Нормально. Вот, так что... В принципе, мы готовы к вылету. Сейчас все сядут.
начнется инструктаж, посмотрим, как Аэрофлот проходит инструктаж. Я очень давно летала на Аэрофлоте, но за эти 2 недели я на нем полетаю 4 раза. Потому что потом я еще лечу со своими коллегами, своей компанией. Но это уже будет отдельная история, отдельный блог, я надеюсь. Так что, хорошего полета. Картошечкой, хлебушек и все остальное, и мой бардак, металлические вилочки у Аэрофлота. Есть какой-то типа салат с курочкой, здесь сладкое, хлебушек. Ну, короче, как всегда, все раскидано. You know, I know, you're making up the truth. Why can't I go before I lose my cool? I love you even if it's difficult. Of us, of you and me. I'm just not good at showing sympathy. Give me a break. I'm not angry anymore, just a little bit let down. I'm not angry anymore, just a little. Решили сходить на пляж, ближайший маленький. Вот так вот выглядит на него проход. Я нашла пляж, на котором все купаются. Ну, я не как в Анапе, но люди есть. Море 29 градусов, на солнце типа 30. Кайф. Сейчас только пойду заберу маму, потому что я первая сюда прицепала. Я приду смотреть на кораллы. Вон там темные места, если видно на воде. Это кораллы. Еще тут есть качельки. Вот они. Приехала на пляж, еще раз ездила за GoPro-шкой. Сейчас вам покажу, как выглядит выход на пляж. Сегодня у нас уже второй день на острове.
Вчера что-то я весь день, на самом деле, почти проспала, мы немного погуляли, но я вчера еле-еле уже прям вообще не могла. Вот, сегодня мы уже успели сходить на пляж. Уже успела я увидеть этих черепах, ну, поплавала, посмотрела там в маске, поплавала, посмотрела, увидела черепах. Что я еще успела увидеть? Уже успела позагорать. Немножко. Вот, ну, уже, кстати, результат видно. Сейчас поедим, наверное, ананас, который купили сами здесь. И сегодня еще дойдем до второго пляжа. Ну, точнее, мы вчера уже там были. Это было пасмурно. Дойдем до второго пляжа, уже на хорошую погоду, еще раз поплаваем. А завтра, ну, это будет завтра. Дойдем до пляжа, покажу еще раз его. Ну, в принципе, я его вчера показывала, а большой я уже не показывала. Но он реально длиннее. Вот эти все кадры, которые я вставляла в сегодняшний день, это все с большого пляжа. Красивые, там кораллы, там песочек, ну, прям Мальдивы, Мальдивы. Вот на эту вот вещь я вам поснимала красивых видосиков. Вот. Так что под водой это прям кайф. Вот мы пришли на второй пляж. Здесь есть гамачки, качельки. Есть вот такие качельки. Я бы на них тоже сфоткалась. Вот. А так в целом тут вообще пусто, тут никого нет. Отлично. Приходишь и отдыхаешь, в отличие от того пляжа. В отличие от того пляжа, на этом людей просто ноль. Там еще чуть-чуть солнышко, здесь в основном тенек из-за того, что листья. Доброе утро. Я стою, жду. Пока мама сбегает за вещами. А так мы уже пришли, идем в сторону экскурсии. Сегодня мы поплывем в море. Погода вроде пока нормальная. Я посмотрела прогноз. Неизвестно, какой он будет через где-то часа два. Но пока нормально. Вот, кстати, наш экскурсовод. Тут все рядом. Близко. В общем, сейчас мы, надеюсь, поплывем в море. Там должны смотреть манты и акул. И, в общем-то, разных рыбок. Так что, let's go. Увидели, правда, одну манту. И сейчас приплыли на остров необитаемый, на котором никто не живет. Красивенький такой, маленький, кайфово выглядит. Тут белый песок, ну, в общем, прям стандартные Мальдивы, голубая вода, белый песочек, прям кайф. Вон там вдалеке огромные волны.
что вышли мы погулять вечером. Вроде все пришло к этому. Почему? Полосатая. Сочетание. Ну нет, тут. Все закрыто. Я мимикрирую немножко под местных. У меня вот закрыть. Кстати, тоже синтетика. Вот эта вещь верхняя. Это тоже из-за нее. Она не намокает, не мнется и не пачкается. Ой, отличная мышь. А платье. В общем, вышли мы погулять, дойти до магазина, потому что кому-то захотелось консерв. А я расскажу пока про нашу экскурсию, на которую мы съездили. Первую из двух, на самом деле, потому что сначала... Что? Сначала мы хотели съездить на экскурсию на полный день. Вот это вот на поплавать, понырять, ну, в общем, записались. Она должна была быть сегодня, нам ее перенесли, поэтому мы оперативненько спросили, можно ли нам поехать на ту, которая будет сегодня. И нам сказали, да, типа, поехали. В итоге мы съездили сегодня на полдня на экскурсию на эту. Поплавали, увидели Мантаку, ну вот я заставляла. И послезавтра мы едем снова, ну, на длинную, на полный день. Вот. Вообще, конечно, круто. Ну, мы увидели акул, много акул. И увидели манту, правда, одну. И даже скатов, которые, в общем-то, не входили в этот план. Но манту мы тоже увидели. Вот. В принципе, я думаю, видео говорят сами за себя и фотографии, которые мы здесь видели. Будем ждать следующего дня. Там еще остров был, кстати, на острове, где никто не живет, просто остров красивенько. Единственное, к этому моменту уже погода немножко испортилась. Обратно мы вообще ехали уже почти в шторм, там дождь, волны, все вот это. Но нормально, доехали. Так что вот такая получилась экскурсия. Сейчас идем в магазин. За тунцом, да, за консервированным. Местный. Да, местная рыба. Основная местная рыба – это тунец. Я попробовала тунец, мне как-то не очень понравилось. Вообще уже у нас было два ужина. Я почему-то ни один, ни второй не снимала. Ну, ладно. Вчера я поела томатный суп и бутерброд, такой сэндвич. А позавчера я ела цезарь. Как бы я не ем ничего необычного, поэтому, собственно, что и снимать. Тунец я попробовала, мне не понравилось. Креветки я попробовала, мне тоже не понравилось. Ну, в общем, едок рыбы из меня такой себе. Доброе утро. Сегодня я в футболке, потому что я пожинаю плоды вчерашнего своего плавания. Охранительно сгоревшей спиной. Мне просто не больно даже лямки отличить, когда на плечах. Короче, я намазалась всем, чем только можно. Надела футболку, надела длинную юбку. И сейчас, что мы делаем? Мы едем на пляж. Мы на пляж, я уже два раза поплавала. Такой вот вид. С моего, ну вот, моего полотенчика. А тут вид. Вот, а как я сгорела, я стараюсь сейчас особо не быть на солнце. Но мне нужна передняя часть, чтобы она тоже загорела. Вот на сзади там все понятно, а вот передней еще пока есть вопросики. Сейчас уже 12. Я думаю, что еще можно полчасика здесь побыть и ехать обратно, потому что надо как бы самый такой пик не попадать. Плюс надо бы что-нибудь пообедать, не знаю, может, какие-нибудь фрукты. Что-то я уже расслабилась, мне даже не звонит. Пойдемте к морю, там нас построили. Thank you.
хорошая погода, потому что вчера был дождь, сегодня ночью был дождь, тоже вчера тоже был дождь. Сегодня, слава богу, дождя. Ну, был ночью, но все, мы проснулись, все ни разу не видели пасмурное небо. Сегодня вообще очень хорошая погода. Какой-то вечер. Ой, в океане погода, как оказалось, не очень предсказуемая. Нет. Короче, сегодня мы расслабляемся и отдыхаем. А завтра мы снова едем плавать с акулами, мантами и, по-моему, еще там что-то будет дополнительно. Вот такой вот проходик идет вдоль пляжа. Можно по нему ходить, а не по морю. Добираться до мест, где лежать. Мы только что поели. Я купила маракую и манго. Вот нам там есть лавочка, там прям сразу режут. Все фрукты сразу все выдают в готовом виде. То есть, по сути, ничего не нужно. Они сразу просто бери и ешь. Вот. Я уже устала. Сейчас поедем обратно. Надо помазаться, а то у меня спина болит. Ящерка. Вот, ящерка. Тут много таких. Я иду к своему велосипеду. И сейчас еду в отель. Распоряжение вот такой розовый Барби велосипед. Сейчас сюда складываю все свои манатки. Складываю все. И еду. Половина острова. Вот такие пальмы, джунгли, плантации. Тут выращивают фрукты. Папайю так точно. Местную папайю мы уже попробовали. Раньше мне папайя не нравилась, но здесь она прям сладенькая, вкусненькая. Вот. Не знаю точно, что здесь еще выращивают. Капусту, наверное, логично, пальмы все-таки. Я тут вспомнила, что я так и не показала, как выглядит наш номер. Поэтому welcome. Вот такая вот зона небольшая, где, ну, наше пространство вне номера. Здесь столик, стулья. А далее мы заходим к нам в номер. Он небольшой. Ну, в принципе, все, что есть, все, что нужно, тут есть. Холодильник, полка для вещей. Зеркало с полочкой, тоже фен. Есть окно панорамное, но с затемнением сейчас вообще не видно меня снаружи. Ну, вечером, естественно, нужно занавешивать, когда свет внутри горит, уже видно. Заправленная уже кровать, кондиционер, вешалка, много вешалок и туалет. Самое забавное, что в туалете есть вот такой синий свет, но есть и нормальный белый, тут ванна целая огромная. Туалет, раковина, душ отдельно тоже есть. Вот. Ну и, собственно, в принципе, это все. То есть он не какой-то там... О! Он не какой-то там огромный, не какой-то прям сверхвау, но как бы жить можно, все, что нужно, есть. Горячая вода есть при необходимости всегда. Вот. В принципе, все. Розетки, переходники дают. Вентилятор. Надо, кстати, включить кондиционер, очень жарко.
мы пришли на ближний пляж, ну, который нам пешком идти минуты 3, может быть, 5. Я взяла с собой книжечку, но что-то как-то я ее не читаю, потому что думаю немного о другом. Сейчас, когда пришла с моря, приехала на велосипеде, пришла с моря, что-то у меня там по работе начались вопросы небольшие, и я что-то теперь думала про работу, вспомнила, называется. А так лежим. Хорошо, на гаманчике. Туда камеру. Почему? Я тебе могу дать только GoPro. Да, GoPro, конечно. А я думаю, это телефон. Сейчас. Я уже поплавала с акулами, уже сегодня мы увидели акул, скатов и манта. В общем-то, в принципе, то же самое, что и в прошлый раз. А так как у нас сегодня полный день, у нас больше времени, и вот, в общем, сижу я на носу у яхты, потому что я уже устала, у меня уже заболели уши в этот раз. Я уже не снимаю. Я поняла. А кто-то еще плавает. Ну, я сняла, уже хватит. А я уже все, я тут чилю. А я. Здесь тепло, солнышко вышло. Кайф. Сейчас высохну, пока все залезают там что-то. Я уже я корпоратив через неделю, впрочем.
сильно видно, еще сильнее, чем... Короче, жесть. Ну, я сейчас в данный момент под жирнющим слоем панталона. Но зато я теперь равномерно сгорела. У меня здесь красное, тут красное, везде красное. Я равномерно с двух сторон поджарилась. Главное, чтобы это за неделю прошло. Да, а сегодня... Сегодня... Что было сегодня? Сегодня мы сходили на море, поплавали на море. Вот, сходили в магазин, купили немножко сувениров. В принципе, ничего уже такого не делали. А завтра мы выезжаем с острова уже на основной остров, где мы ночуем еще одну ночь и потом полетаем домой. Честно говоря, я уже хочу домой по чуть-чуть. Завтра еще посмотрим остров основной и пора домой ехать. А то я уже немножко устала от жары. Да, это странно, но да, не всегда так происходит. Приехали на остров, который находится рядом, точнее, это основной остров, на котором находится от этот аэропорт. И вот мы уже в номере. Ну, такой небольшой номерочек. Ну, надо вот что. Здесь, да, здесь у нас маленький душ, компактненький. И, в принципе, все, больше ничего такого нет. Так что сейчас, наверное, мы пойдем поедим. Да, мое красное лицо – это вообще отдельное вид искусства. А вот такой здесь местный пляж. Просто вот наш отель, а вот пляж. Ну, конечно, такой городской, это уже не то совсем, он не такой чистый. Но еще плюс пасмурно. Там он дождь сльет, ну, в общем, понятно. А мы пришли, на самом деле, поесть. Сейчас что-нибудь поискать, поищем, в смысле, поедим. И заодно посмотреть, какой здесь пляж. Ну, на одну ночь, собственно, почему бы и нет. Первая линия такая вот. Пойдем кушать. Кролики. Не зоопарк, бедные несчастные кролики. Фазан, голод, павлин. Пошли гулять по Хунхумале, а тут, блин, почти Москва. Смотрите, застройка. Вот здесь строится, вот просто, ну, они не прям сильно высокие, но они не маленькие. Когда ты приезжаешь на Мальдивы, ты рассчитываешь немножко другое увидеть. Тут прям вот тот дом, например, да, и он прям как пик у нас. Блин, очень странно. Необычно. Высокие такие застройки. А мы поели. У нас были вкусненькие салатики. Также мы сейчас пошли гулять, смотреть по округе, что происходит. Хорошо, что сегодня такая пасмурная погода. Хоть погуляем, и я еще раз не сгорю. Вот такой вот мост, а на мосту через реку. Очень странно видеть в реку вот такого цвета, как море. Она прям точно такая же, ну потому что там везде песок, это просто прорыто. Но выглядит это забавно. Такая же голубая вода в середине города. Вот дома, дома и голубая речка. Для нас это довольно необычно выглядит. Я заметила, что я в принципе
очень неравнодушны к этому. И вот, примерно, сейчас проходим очередную машину. Я до этого видела еще парочку. Ну, вот, например. Как вам такое? Комар. Может быть, и не комар, но похоже. Так что... Даже на островах, если вы захотите найти какую-нибудь машину, и вы любитель автопрома и тюнинга, даже на островах вы найдете, как это сделать. Жить тихо. Мы подошли к какой-то парковке, где сплошной тюнинговый автопром. Смотрите, он от Chevrolet. 350Z, я уже не первую здесь вижу. Вот там дальше еще одна 350Z, еще одна 350Z. А на заднем фоне что-то вообще такое. О, Dodge. Блин, да здесь еще пафосная парковка. Dodge, потом, вот, смотрите, еще какая. Сейчас пройдусь и сниму. Опа, 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 опа. Ну, нифига себе, Need for Speed подъехал. Даже Миат или что-то. А, RS7, RS8. Забыла уже, что это. Лотус, блин. Это какая-то пафосная парковка, видимо, сборных всяких вещей. Класс же. Вообще. Крутяк. Мы пришли в какой-то мини-парк. Такой вот симпатичный. Там дорога. Деревья. Вот такой вот. Мне, естественно, это напомнило Литву. Но это мои приколы. А там дальше аэропорт, по идее. Поэтому мы идем туда. Как можете видеть, здесь самолетики стоят внутренние, малазийский. И вон там, очень плохо видно, но вон там хвосты. Там уже стоит, в принципе, наш самолет. У нас до выхода посадки где-то час. Примерно, даже, наверное, уже минут 40. Мы достаточно рано приехали. Основной, конечно, не могу ощутиться фейла. В общем, я забыла в отеле, в котором мы ночевали крайне на ночь, я забыла свои сувенирные шоколадки, которые я купила, для того, чтобы подарить вам, чтобы выдать на работе. Просто покупать их в дьюти-фри, естественно, они здесь стоят 3 раза дороже. Но зато я не волнуюсь. Конечно же. Вот, так что мы сейчас ждем посадку. И, конечно, пойдем домой. Я уже хочу домой. Дома холодно, но не дома. Дома.
Я, кстати, первый раз еще и прилетаю в ЦЕР. Так что посмотрю сейчас, как здесь выглядит паспортный контроль и вообще сезонные вот эти вот прилеты. Все, сейчас все проходим, выходим, едем домой. Возможно, даже увижу собаку.